всякое согрешение, содеянное ею словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости, яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бы един токмо без греха, правда твоя правда вовеки, и слово твое истина. Детство. Земной рай родительского дома. Огромная деятельность отца, земского врача, и тихий, дивный свет матери. Вокруг Невеля дивные пейзажи, отроги Валдайской возвышенности и неисчислимые озера с лесистыми островами и огромные, как моря, аж берегов не видать. Все отдай, да мало. И одно из небольших озер прозывалось потом между нами озеро нравственной реальности. Там Михаил Михайлович Бахтин излагал двум людям, мне и одному ныне покойному человеку, некие основы своей философии. Я знаю лишь один путь к Богу – через искусство. Я не утверждаю, что мой путь универсальный, я знаю, что есть и другие дороги, но чувствую, что мне доступен лишь этот. Все божественное, духовное явилось мне через искусство, через одну ветвь его – музыку. Это мое призвание. Я верю в него и в свою силу в нем. В этом смысл моей жизни здесь. Я – звено в цепи искусств. Thank you.
Юдина в годы занятий у Николаева была для меня одним из кумиров. Иногда я старался в исполнительстве ей во всем подражать. Много позже я понял, что шел, наверное, по неправильному пути. Надо было не отдельные приемы или краски копировать, а учиться чему-то более общему, масштабному. Мария Нивина собирала нас как-то помимо уроков. Но это были не тенденциозные разговоры никакие, тем более не религиозные. Хотя мы знали, так сказать, о ее идеологии. Но она никогда не проповедовала, так сказать, своих идей среди класса. Этого не было никогда. И как-то мы держались в консерватории обособленно. Надевались мы все юдинцы. Во-первых, самый внешний облик Марии Нивиной резко отличался от всех. Она ходила, как говорили, почему она ходит в монашеском платье. Но это было не монашеское платье, это было платье, скрывавшее ее, так сказать, дородную, если можно сказать, фигуру. Потом, также она выходила в таком же одеянии на концерты, в филармонию. Единственное, что у нее было, это беленький воротничок вокруг шеи. Кроме того, ведь самая манера ее исполнения, она резко отличалась от всех исполнителей, которых мы слышали и видели. Даже от всех гастролеров, которые тогда были в изобилии. Я и сейчас, наверное, когда я слушаю музыку в исполнении каких-нибудь и очень даже больших музыкантов, то я воспринимаю сквозь призму вкусов Марии Нивиной. Они остались во мне вросшимися какими-то такими. В 29-й сонате, по-моему, Бетховена, она мне сказала как-то, она редко говорила об этом, но она мне как-то сказала: «Разве ты не ощущаешь, сколько здесь добра?» Вообще Мария Нивина была ведь очень сложный человек. В ней совмещались и
я бы сказала, идеалистические, романтические, так сказать, ветви, вместе с тем и какой-то материализм, и практицизм даже, я бы сказала. Это очень странно слышать, но это так. В 1931 году я уволена из Ленинградской консерватории по причинам идеологическим, то есть не отрицала того, что в качестве любительницы пела в церковном хоре и училась в богословском училище. Перед закрытием последнего мне там была предложена кафедра церковного пения. Резолюция увольнения была за самовольные отлучки. Вскоре после сего факта была приглашена наркомпросом и отделом искусств Грузии для работы с аспирантами по специальности фортепиано и камерного ансамбля, где проработала около 8 месяцев в 1932-1933 годах. Скоро Тифлис, мой странный и родной и чужой дом. Я на себе могу убедить всех, что на земле мы гости, что нет ничего до конца родного, кроме могил, что все, что мы любим и к чему привязаны, только символы. Она была проповедник. Ее связи с такими фигурами, как, скажем, Флоренский, по всей вероятности, оказали на нее огромное влияние, мне кажется, а она на него. Мария Вениаминовна познакомилась с отцом Павлом Флоренским в 1927 году. Познакомил их отец Федор Андреев. Когда отец Павел Флоренский приезжал в Ленинград по делам служебным, период их непосредственного общения был не так и велик. С 27 по 33 год, когда Павла Александровича арестовали, и он был сослан сначала на Дальний Восток, а затем на Соловки. Мария Вениаминовна не оставила семью после ареста отца Павла, помогала, чем могла, приезжала часто, участвовала во многих семейных событиях. А после войны, когда уже стало ясно, что отец Павел не вернется, обычно всегда бывала в дни его памяти в доме. На всю жизнь я благодарю Бога за оценку, данную мне твоим отцом, и даже написанную им в письме всем вам оттуда, имеется в виду Соловки. Это тот камень упования, на который я опираюсь в самые критические минуты жизни. Свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачивая за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее ее дар, тем жестче гонение и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Неужели то, что написал отец Павел, это надо понимать как окончательный приговор надо мной? Кирилл был конструктор. Техник-конструктор он был. А потом он вообще стал учиться у нее в классе музыки. Он был на 15 лет ее моложе. Он был Салтыков. А мать Елена Николаевна, она была Куракина. И вот, значит, у них был он единственный сын. И вот он влюбился в Марусю. Это, так сказать, довольно естественная ситуация. Говорят, что он был необыкновенно способный. И, в общем, они чуть ли не собрались пожениться. Он был альпинист. Она имела от Господа дар сердца, милующего и любящего сердца, чуткого. Этот дар действительно она приумножила, потому что милосердие ее к нуждающимся было поистине безгранично. Она вовлекала других в дела доброделания христианского. Она старалась что-то
чем-то пожертвовать, что-то продать, где-то занять, чтобы только выручить из беды. Безотказно сужала деньги на посылки в лагеря и ссылки в то время. Милые друзья, помогать друг другу – это не добродетель, а норма не только человека верующего, любой, скажу, даже веры, а простой порядочности. Но я выросла среди людей исключительной высоты, которым, как говорят древние, я недостойно развязать ремень обуви. Пытаюсь дотянуться до них ныне и уже, увы, давно, до их памяти, ибо все давно умерли, вернее, погибли. У нас в этом кругу считалось, чужая рубашка ближе к телу. Она очень впечатляла. Вайненум Клаген Листа, она замечательно играла. Большую сонату Бедур, Шуберта. Очень хорошо. Хотя все шиворот на выворот. Она играла Баха во время войны. Прелюдию си бемоль минор. Ро-р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 о. Быстро и фортиссимо. И когда Негош потом пошел ее поздравлять, Партичицкого, сказал, ну скажите, пожалуйста, почему вы это так играете, вот так? А сейчас война. Вот это типичный юдь. А сейчас война. Комендантский час. В 10 уже никто не смеет быть на Москве. Но и юдины, и квартет от комендатуры Москвы имеют пропуска. Почему? Потому что они должны звучать на весь мир после часу ночи до 4 утра, чтобы весь мир увидел, что Москва спокойна. Прямой эфир. Играют квартет Бетховена и Юдина. Квинтет Шостакович. Или форелин квинтет Шуберта. Или трио Чайковского. Или еще что-нибудь. Это в час ночи. А в 2 часа нужно это же играть на Францию. Живьем. Это не запись какая-нибудь передающаяся, уже записанная. Нет, живьем, живьем, живьем. А потом в Лондон. И так до 4 часов утра. А потом ножками своими по заснеженной Москве идут каждый в свою берлогу. Я счастлива, что не уехала и пережила с Москвой все ее тяжелые дни и ночи. Кое-чего мы всех хлебнули здесь. Но что немцы сюда не придут, я всегда твердо верила. А вообще во время войны, так она чуть ли не в партию собралась. Во время войны. Потому что у нее, конечно, был... Она хотела... Она ведь пошла на сестринские курсы, и она хотела ехать на фронт. А потом ведь во время войны, ведь она же всю дорогу сидела в Москве и, так сказать, на радио. Она была такая, ну, патриотка в таком настоящем смысле этого слова. Кончил я в первый месяц Отечественной войны краткосрочные курсы медицинских сестер, имела военный билет, коим была безмерно счастлива, но сознавала, что ничего не умею. На практике в госпиталях обливала слезами тяжелораненых, и пользы от меня не было никакой. Надлежало искать и найти другие пути помощи страждущим. Затем вот здесь есть запись одного концерта, который в январе 42 года был в малом зале консерватории, где все сидели в валенках и в шубах, а Мария Вениаминовна играла с голыми руками, совершенно лиловыми, совершенно от холода. И в какие-то промежуточки грела на в такой японской грелке руки.
Марья Вениаминовна связывала с моим отцом духовная близость. Оба они были духовными детьми отца, священника отца Михаила Шик. Отец Михаил Шик – это была выдающаяся фигура в церковном мире. Он был близким другом сына академика Вернадского и самого академика Вернадского. Женат он был на княжне Наталье Дмитриевне Шаховской. Это были люди высокой культуры. И вот эта духовная близость моего отца к Марье Вениаминовне привела к тому, что в годину, когда у Марьи Вениаминовны были трудности с жильем, отец пригласил ее в наш кооператив. Кооператив наш был своеобразным таким культурным оазисом в этом районе. Располагаясь на опушке леса Тимирязевской, опытного леса Тимирязевской академии, он притягивал к себе многих крупных ученых, музыкантов, художников. И атмосфера этого поселка вполне соответствовала тому, что хотелось встретить Марье Вениаминовне. Поэтому она с радостью приняла это приглашение. Поместилась она на втором этаже дома профессора Артемьева. И хотя с трудом удалось затащить туда огромный рояль, но она очень любила, оценила эту возможность репетировать свои выступления концертные там, на втором этаже этого дома. И мы часто слышали, особенно в летнее время, можно сказать, громовые раскаты ее аккордов. Марья Вениаминовна была для папочки очень близким и дорогим человеком, потому что она была художником, в ней было то одухотворение, которого на свете мало, которое само по себе редкость. Ее отношение к миру, к искусству, концентрировалась в ее поклонении слову. А служба слову и было то, что занимало Пастернака всю его жизнь. Дорогой Борис Леонидович, теперь два слова о Фаусте. По-моему, у вас много-премного лучше, чем у Гёте. Оторваться нельзя. Но я его боюсь. Видно, мои духовные силы слабы. Я не могу долго читать о воплощенной нечистой силе, которая так умно, остроумно и порой гениально разглагольствует. Это долго объяснять. Мне все хочется сказать, с нами сила крестная. Сгинь, пропади. Как это вы могли выдержать? Для меня слово – абсолютная реальность. Дорогая Марья Вениаминовна, благодарю вас за письмо, но неполнота признательности заставляет меня на него отозваться. Надо, чтобы вы знали, что никому, кроме вас, не удавалось так метко и исчерпывающе назвать и понять коренной изъян Фауста, причину, отяжеляющую все взлеты этого произведения, разгадку главного препятствия, всегда стоявшего передо мной при переводе,
и сущность которого все время оставалась тайною и скрытой от меня, между тем, как вы так легко и проницательно ее определили. Его восхитило ее праведное своеволье, я бы сказал так. И это сказывалось во всем. Это сказывалось в том, как он говорил, когда читал доктора Живаго в соломенной сторожке у нее на квартире. Это сказывалось в том, как она приезжала к нему в Переделкино, и они подолгу сидели на террасе и разговаривали с ней. Это сказывалось в том, как она играла на его похоронах, и как каждый год она приезжала в день его смерти на кладбище, становилась, открывала Библию и читала из апостольских посланий то, что ей казалось правильным и уместным. Мария Вениаминовна была, ну, по-настоящему смысле христианкой. Дело не в том, что у нее, в общем, жизнь-то была, собственно говоря, относительно аскетическая. В общем, я ее сколько не видел, она была одета в очень такие бедные платья, никогда не была пышно одета. И она походила вообще, вы знаете, вот на какую-то женщину из церкви. Вот такие есть. Вот это те, кто приходит в церковь действительно с истовостью. И винясь перед образами, которые висят, в каких-то прегрешениях, очень часто выдумано, собственно. И в то же время прося, может быть, его простить заблудших властителей, которые не ведают, что творят, устраивая войны или гонения на людей, которых на ее икона достаточно видела. Но у нее христианство было не только коленопреклонённая, она перед образами священными преклонялась и перед людьми. А она, в общем, была христианкой, которой вера происходила в действии конкретно, и направлена на спасение, на помощь другим людям. Я, насколько знаю, она была очень бедной. И, в общем, деньги она, да, раздавала разным людям, которые нуждались. Она посылала даже еще в сталинское время разные вещи или деньги, передачи людям, которые сидели в тюрьме. И, конечно, люди, которые отправляли такие посылки, они немедленно ставились на особый учет в КГБ, безусловно. Там есть, я думаю, что эти учетные книги где-то, дай бог, сохранились, и мы узнаем, может быть, таких неявленных святых России. Мы с женой поехали и купили хороший букет цветов большой. И привезли ей на квартиру, она жила где-то около Смоленской площади, насколько я помню. Мы пришли к ней и подарили этот роскошный букет. Она мне сказала: «Николай Николаевич, ну вы как ребенок. Сколько вы заплатили за этот букет?» Я назвал, не помню уже какая сумма. «Но вы бы дали мне эти деньги. Вы посмотрите, у меня остался только мой рояль. И тот я собираюсь продавать. Что же вы не знаете, в каком я нахожусь положении?» Она очень часто просила денег взаймы. Она отдавала эти деньги. Однажды ей высказал, что зачем же вы просите денег, если вы не для себя это? Вот это я ей позволила себе высказать. Она мне сказала: «Дольчика, если я прошу, значит, мне это нужно». Нет денег, нет денег, нет денег, нет денег. Бесконечная. Ведь когда она умерла, 14 тысяч долго осталось. Яша, Алпатон, всем. Я вот звонила, я говорю, что вы знаете, я ведь, хоть я и наследница, но ведь меня же нет, я же не могу отдать. Они все мне отвечали, что вы знаете, мы
знали, что она нам не отдаст, мы просто помогали великому человеку. Вот это у нее была такая вот христианская идея, что она должна быть перераспределителем денег. Она брала у одних, чтобы отдать другим. Надо сказать, что Мария Вениаминовна была тем человеком, который просто искал тех, кому нужно помочь. Ну, конечно, тех людей, которые ее интересовали. У нее была просто страсть. Как только человек вставал на ноги, и у него было все благополучно, Мария Вениаминовна как бы исчезала. Это уже было свойство ее характера. Мария Вениаминовна же, как вы знаете, очень любила литературу, поэзию, и, конечно, была всегда таким скрытым или явным диссидентом. Тогда такого слова не никто не произносил. Но Мария Вениаминовна любила все то, что запрещено. Пастернак, Заболоцкий. Это для нее было свято. Ей нужно было встречаться с этими людьми, и она устраивала такие вечера чтения. Просто незабываемый в моей жизни вечер в Сытинском переулке, когда Борис Леонидович Пастернак читал стихи из романа, о котором никто еще не знал. Сделать такой вечер надо же было угощать было нечем. Тогда Мария Вениаминовна вызывала меня в консерваторию, и начинались поиски завхоза. Наконец она его находила и требовала у него ордер на калоши, которые стоили там 3 рубля, а продать их можно было так, чтобы можно было устроить вечер. Там купить водочки, селедочку, еще что-то, и устроить такой вечер. Вот. Завхоз, не глядя, не оборачиваясь на нее, уходил, а она шла упорно за ним, а он тоже не оборачиваясь, говорил: «Профессор, я тебе уже много раз давал ордера, где твои калоши?» Но, наконец, все равно она его добивала, и все равно она получала ордер на калоши, тут же при нем, не стесняясь, вручала его мне и говорила: «Ну и все, что надо, все ты сообразишь». Вот так. И устраивался вечер. Тут же давалась телеграмма в переделке на Пастернаку. Тут же звонила она Алпатову, который всегда присутствовал на таких вечерах. Вот. И получались вот эти незабываемые вечера. Это было необычайно страстное. Даже я бы сказала другое слово. Пылкая натура. У нее всегда был кто-то, кем она восхищалась. Вот в данном случае, например, приезжал Стравинский. Она просто не то что бегала за ним, но она всюду, где он только не бывал, она хотела быть, потому что ей был интересен этот человек и его творчество. Если бы я была без рук, без ног, без глаз, как многие жертвы войны, если бы я несла свое послушание в каком-либо захолустном монастыре, если бы я физически трудилась с вами будущих поколений, тогда, вероятно, я знала бы нечто вам неведомое. Но это не так. Я обязана умолкнуть, ибо я только ваша ученица. Затем появился молодой Волконский. В феврале 1961 года я встретила Марию Вениаминовну Юдину на концерте в артистической малого зала Московской консерватории. Был концерт из произведений Волконского. Мария Вениаминовна должна была исполнять сочинение Волконского, посвященное ей, которое называлось «Музыка стрикта». Концерт долго готовился. Все исполнители и композитор очень волновались по поводу того, разрешат ли это исполнять. И исполнять разрешили,
и сказали, что концерт будет записан. И вдруг в последнюю минуту запись запретили. Мария Вениаминовна, как человек очень горячий, который всю жизнь боролась за правду, она очень сильно отреагировала на это известие. «Какое безобразие!» – сказала она. «Шекспир был прав. Он об этом, обо всем написал». И она целиком прочла один из сонетов Шекспира в переводе Пастернака. «Я смерть зову, мне видеть не втерпешь ничтожество в роскошном одеянии». Просто что-то такое вспоминали Мария Вениаминовна, и Ахматова сказала. У нее вообще язычок был такой, сразу крепко припечатывал. Ну, а в данном случае она сказала, ну, Мария Вениаминовна, это вообще Бетховен в юбке. На днях я была у Анны Андреевны Ахматовой. Это, конечно, человек вершин, и я повинилась перед нею, что так часто и надолго ее забываю, когда ей должно лишь поклоняться, служить ей. Я для себя ее поэзию не так уж люблю, еще меньше люблю Цветаеву, но как личность она грандиозна. Говорила она всегда то, что она думала, и то, что она хотела, делала она то, что она хотела делать. Многие этого боялись, опасались. Кроме того, она столько была индивидуальна в своем подходе к музыке, причем индивидуально, поскольку, как я уже сказал, она основывалась на колоссальной базе данных, как мы бы сейчас сказали, в наше технологическое время. Знания живописи, поэзии, литературы вообще, даже каких-то технических вещей, которыми она вдруг начинала интересоваться. Знание инструментов. Не надо забывать, что Мария Вениаминовна играла и училась играть на литаврах, и играла в оркестре, когда приезжали сюда знаменитые дирижеры в Петербург. Потом она вдруг, довольно уже, так сказать, в немолодом возрасте, не хотела научиться играть на альте. У нее ко всему был, так сказать, подход, чтобы знать это досконально, и уметь руками что-то сделать, не только на рояле. И поражала еще и настойчивость Марии Вениаминовны в достижении, так сказать, того, что перед ее слухом и перед ее взором, и перед ее мысленным взором стояла как очень ясная картина того, что должно быть, я имею в виду, в исполнении того или иного произведения, ее учениками или ее коллегами, с которыми она играла. И она добивалась этого вне зависимости от того, сколько требовалось времени. Если требовалось 30 репетиций на какое-нибудь произведение, как это было с нами, с сонатой Бартока, для двух роялей ударных, значит, будет 30 репетиций, независимо от того, что все ударные инструменты надо приносить из одного помещения в другое, через лестницы, через все. Неважно, это днем, утром, ночью, а часто репетиции были ночью, потому что только тогда освобождались инструменты, только когда освобождались помещения и так далее. Но она добивалась этого всего, так же, как она добивалась помощи каким-нибудь людям, проходя через все, и через бюрократию, и через все то, что нам так и знакомо по той жизни в советские времена. И при этом она совершенно потрясала и поражала всех тем, как мало ей самой чисто жизненных, так сказать, удобств надо было. Она могла спать на раскладушке, укрываться солдатским одеялом, играть на жутком инструменте, который уже был когда-то был, может быть, хороший, но он был разбит весь, и, так сказать, добиваться на этом инструменте того, что она, так сказать, умела добиваться на рояле. В общем, такие личности, как Мария Вениаминовна, даже когда они уходят, они остаются с нами, и я каждый свой, не скажу, жизненный шаг, может быть, и жизненный шаг надо было бы поверять и проверять по Марии Вениаминовне, но, во всяком случае, музыка и музыкальные все мои деяния и, так сказать, все, что я в жизни делал и делаю, всегда сверяются по Марии Вениаминовне. Мария Вениаминовна, она была невыездная. Ей удалось с трудом выехать дважды. В 50-м году на 200-летие со дня смерти Баха
через 4 года Мария Вениаминовна попала в Польшу, в Варшаву, на месячник советско-польской дружбы. И знакомство с выдающимися польскими композиторами, многие из которых стали ее пожизненными друзьями, такими как Витольд Лютославский, Казимир Сироцкий, Кшиштоф Пендерецкий, имело для нее огромное значение, потому что это был прорыв к новой западной музыке, которой мы не знали. А для Марьи Вениаминовны знакомство с ней началось именно с польской музыки, с польской культуры. У меня сохранилось несколько писем от нее. Вот эти письма, я считаю, что их необходимо опубликовать когда-нибудь. Каждое письмо – это просто горящие страницы о том, как нужно играть новую музыку, о том, как это пробить, что было немаловажно. Ее энергия в этом смысле была совершенно потрясающая. Причем никогда не нажим, а убеждение. И вот мы, современные пианисты, стоим перед грандиозным новым миром новой музыки, новой мысли, и лишь немногие решились в сей новый мир заглянуть. Стравинский – гений из гениев, и он наш, русский насквозь, и это счастье. Шостакович истинно велик, но вечно быть с ним в печали, тревоге, муке, потрясении не есть единственный метод искусства и мышления. Он очень устал, хотя ему всего 54 года, но я его люблю и чту, и ничего нехвалебного о нем не скажу, а лучше смолчу и подожду обнаружения его дальнейших судеб. Есть еще замечательный светлый Хиндемит, таинственный Оливье Мессиен, гениальные триединства Арнольд Шенберг, Альман Берг, Антон Веберн, дивные органавты и искатели Булез, Штокгаузен, Нонна, наш Андрей Волконский и много малых звезд на этом новом пути. Я-то играю все сие не из снобизма и моды, или чтоб наперекор, а мое глубочайшее убеждение, что век Эйнштейна нельзя жить по учебнику Краевича. Кошки играли в ее жизни колоссальную роль. В разное время их было разное количество, но всегда много. Но с этим связано очень смешное ее заявление. Долгожданный концерт в Ленинграде. Очень давно Марья Вениаминовна не играла, и вот концерт. Народу немыслимое количество. И она играет огромный концерт бетховенских сонат. Публика неистовствует, она садится и играет 32 вариации на бис, то есть еще одно отделение. Но все, потеряв голову, хлопают, и кричат и требуют еще. И тогда она выходит и показывает свои руки. Все заклеены, все пальцы заклеены пластырем. И говорит, я резала рыбу кошкам, и больше не могу. Дух сильнее материи, но я больше не могу. И держит так руки. Заклеены. Это такой концерт она сыграла заклеенными этими пальцами. Женщины не было у нее мужа, у нее не было детей. Природа, она, знаешь, вообще своего требует, поэтому... Это все какие-то были сублимации, вот эти кошки. Мы все любим кошек, боже мой. Что, мы кошек не любим? Да я без кошек вообще жить не могу. Но они кошки, понимаешь?
Они кошки, а не какие-то там фетиши. Вот мне всегда казалось, ну я, конечно, понимаешь, может быть, это все абсолютно мои домыслы, я не могу ничего сказать. Понимаешь, но мне всегда казалось, что как-то она на себя как будто смирительную рубашку надевает. Понимаешь, она была беспомощна в быту, но при этом, как Маруся, моя мама была умнейшая женщина, умнейшая. И она говорила, Маруся, это смирение паче гордости. Надо заплатить за пальто, то есть его облицовку, хоть что-нибудь подарить спасшему меня хирургу, надо дожить до пенсии и, главное, отдать деньги за платье, ибо оно сшито в долг, иначе не состоялся бы ни один концерт. Не забывайте, что мне 61 год, и каждый мой концерт может быть последним, как и каждый день моего земного странствия. Я пока в полном обладании своих сил, слава Богу, но большинство моих современников уже покинули сей мир. А посему я должна распределять свое время и свои возможности. За бедность, полагаю, вы меня не осудите. Нищими были и Моцарт, и Антон Веберн, и весь Достоевский пронизан темой денег, кроме всего прочего, конечно. В проблемы долголетия, как и в летающие блюдца, я не верю. Псалмопевец Давид положил человеку жизнь 70 лет, а аще в силах 80. С этой осени я профессор на пенсии. Меня выжили из Гнесинского института именно за мое, простите, превосходство, за европеизм, за все поголовные отличные моего класса, за любовь студентов ко мне, за открытое исповедание веры в Бога. Я, если бы христианину дозволено было гордиться, то я бы и гордилась этим фактом. Человеческий облик, конечно, необычайно был, привлекателен, обаятелен, он искрился всеми гранями доброты, остроумия, веселья, неожиданной какой-то находчивости, ну, совершенно вот такой молодой тонус духовный и интеллектуальный, подчас даже более молодой, чем у нас у всех. И совершенно не важно, допустим, просила ли она меня переворачивать страницы ей, или быть на репетициях, или предоставить временный кров ее кошки, или же поехать с ней на такси, помочь что-то привезти, или переслать открытки за границу, когда я там бывал, весточки ее друзьям. Вот это все представлялось событиями очень важными, очень человечески необходимыми, и я бы сказал, неизбежно сопутствовавшими музыке, которую она играла, и вот ее всей человеческой и музыкальной сущности. Я сейчас вспоминаю ее как фигуру вот носителя добра, можно сказать, чего-то истинного в мире, сложном, неистинном, часто лживом, фальшивом. И вот и влияние, оказанное на меня, сначала было просто подражанием, может быть, ее пианистическому почерку, таким, может быть, немножко юношеским или детским. В течение времени это осозналось как позиция, очень стойкая, очень ясная позиция преодоления трудностей и утверждения собственных принципов, своих, даже я бы сказал, сверхличных, каких-то очень важных нравственных, музыкальных, философских принципов жизни, музыки и абсолютной открытости, абсолютной верности, истинности того, что она проводила через себя. За роялем она сидела совсем не так, как сидят другие пианисты. Она была за тяжелой работой. Погружены в клавиатуру руки, наклонена спина, пригнута голова. То ли она в лохане стирала, то ли тесто месила. В первоначальном смысле этого слова – творила. А вообще явление Юдиной исполнительницы, оно, конечно, очень, ну так, как бы сказать, такое необычно, нетривиально. Действительно, явление, не имеющее параллелей. Потому что, во-первых,
она вот не интересовалась, так сказать, техникой в таком смысле слова. Все пианисты так или иначе озабочены этим. И многочасовые упражнения за роялем, они необходимы и для них. У нее это все как-то протекало совершенно на другом уровне, в другом месте ее сознания. Как-то, наверное, вот это расстояние между вижу, слышу, понимаю, представляю и воплощаю, у нее было вообще совершенно минимальным, а может и вовсе его не было. Это явление, вот выходящее за рамки чисто исполнительского искусства, и как уже все мы говорим об этом, что действительно ей было тесно только в этом виде деятельности, и это понял лучше всех, как мне кажется, и раньше всех, Михаил Михайлович Бахтин. Юдина стремилась к чему-то гораздо более высокому, что не укладывалось в рамки никакой профессии, никакого профессионализма, ни в рамки поэзии, ни в рамки музыки, ни в рамки философии. Она была больше всего этого. Она понимала, что это не все, что это не главное, что главное – что-то другое. Говорила сама Мария Вениаминовна, что познание, оно, наше приближение к пониманию истины, оно бесконечно. Жизнь живая, и дух дышит где хочет. И все это поистине прекрасно. Она не просто исполнительница, она играет музыку так, как будто она сама это написала. Она вкладывает что-то исповедальное в каждую ноту, которая исполняет. То есть она исповедуется через музыку, можно понять ее душу. Это такой, с моей точки зрения, это высший тип исполнителей, которые заурядные исполнительцы или даже блистательные, внешне эффектные исполнительцы, они заменяют беззащитной исповедальностью при помощи других великих композиторов и становятся как бы в этот момент их соавторами. Потому что интерпретация, которой подключена душа, личная душа человека внутренний вид, она уже переходит в соавторство. Скажем, такая сторона ее концертной деятельности. Она ансамблист, она аккомпаниатор. Это удивительно, что при такой, ну, как сказали бы некоторые ее недруги, гипертрофированной индивидуальности, я лично сам никогда не слыхал более тактичного аккомпаниатора и участника ансамбля. Ее, так сказать, сподвижник в данной программе мог быть, ну, скажем так, не самым большим музыкантом на свете, она делала все, чтобы этот певец, эта певица, этот скрипач или скрипачка
у нее это получалось, такое чудо, звучали как самые гениальные мастера пения и скрипки и так далее в мире. Как это она делала, понять не могу. В последние годы приходилось довольно часто встречаться с Марией Вениаминовной у нее дома и вне дома. Я скажу об одной вещи, которая меня очень поразила. Она часто плакала. Эти слезы, они меня потрясли. Один из первых эпизодов, связанных со слезами, был у нее дома, когда я пришел. Она была вся в слезах, рыдала и сказала, что арестовали Андрея Синявского. Это продолжалось минут 5-10. А потом слезы вдруг высохли. Я потрясена тем, что произошло. Я его по-человечески очень жалею, и снова появились слезы у нее на глазах. Но я его осуждаю за этот поступок. Как он, она была с Андреем Донатовичем знакома, как он мог тайно на Запад передавать свои рукописи? Дело в том, что для Марьи Вениаминовны такой поступок был неприемлем. Это было для нее проявлением того, что она называла, и довольно часто употребляла это слово, человекоугодием. Она считала, что все в жизни, в любых обстоятельствах, самых тяжелых, нужно делать открыто. Ее слезы, это были слезы страдалицы, плакальщицы по страданиям всего мира, по страданиям человечества, по страданиям отдельного человека, по страданиям России. Вот такая была Марья Вениаминовна. И, кстати, эта слезная, она все замечательно передавала в музыке, когда к этому была возможность. И как бы вот высшее выражение – это лакримоза Моцарта. Вся во внутренних слезах. Прощание, прощание. В церкви слезы эти достигают глаз, и плачешь, плачешь обо всех и обо всем, и о себе. Хочется еще нечто прекрасное и полезное совершить и умереть в мире и принятом Богом покаянии. Я как бы прибилась в последнее время на родину, к сокровищам древней русской культуры. Я почти ничего в ней и не знаю, выросший среди западничества. Для Марьи Вениаминовны жизнь была служением. Жизнь и смысл жизни в служении, жертвенном служении Богу и людям, и в людях Богу. Вот это она завещает и всем нам. Не обывательски, не потребительски относиться к дару жизни, оценить этот дар, ценить каждую минуту, каждый час, и чтобы не было дня, когда бы мы не совершили какого-то доброго дела в жизни, пусть маленького, но доброго, истинно-христианского дела. Она дала нам великий пример
не быть никогда равнодушными в жизни, не быть безразличными, никогда не проходить мимо ни человеческого горя, нужды, ни счастья. И у меня вот остался такой облик очень живого, в высшей степени темпераментного, вулканического темперамента человека, и который вот вместе с тем был воплощением заботы, любви к ближнему не на словах, а на деле, и вместе с тем удивительного такта. И думаю, что этот такт исходил из ее не показной, не там, демонстративной, а реальной любви к ближнему. Христианская добродетель, о которой говорят многие, но мой жизненный опыт меня научил, далеко не каждый знает, что это такое на самом деле. Что есть дружба? Верность до гроба и обмен духовными дарами. Коротко сказать о ней невозможно. Невозможно. Это гигантская фигура, которая, слава Богу, была среди нас. И время показало, сколь она значительна. С моей музыкой для вас, люди, Бог сам рассудит.